Еще одна медаль в копилке Александра Зубкова. На этот раз бронзовая. На прошедшем шестом этапе Кубка мира по бобслею, который проходил в австрийском Иглсе, двойка в составе Александра Зубкова и Дмитрия Труненкова заняла третье место. Всего 28 сотых секунды наши спортсмены уступили победителям, американскому дуэту. Вторыми стали швейцарцы. Брачанин Александр Касьянов показал 19-е время. В соревнованиях четверок экипаж Зубкова пришел к финишу восьмым, а вот четверка Касьянова показала пятое время, проиграв 21 сотую секунды победителям латвицам. Тем временем в немецком городе Альтенберге проходил восьмой этап Кубка мира по санному спорту. К сожалению, наши спортсмены вновь не порадовали нас медалями. Брачанка Александра Родионова пришла к финишу 13-й, Семен Павличенко лишь 21-й.